На небольшом аэродроме в оккупированном Моспино прозвучали взрывы. Там находились самолеты Ан-2, легкомоторные самолеты и боевые вертолеты, эксплуатируемые оккупантами. Это уже третье летное поле, которое накрыли ВСУ за два дня. После поражения аэродрома, на одном из размещенных на нем объектов, начался пожар и детонация боеприпасов. Там же склады. Склады чего? Боекомплект, ёпта. Оккупанты, которые поехали на осмотр места прилета, подтвердили, что там действительно находились боеприпасы и идет детонация. Большая вероятность того, что это было ракетное вооружение и другие боеприпасы для боевых вертолетов типа Камова и Ми. Пока что нет информации о том, какое количество техники было повреждено, и находились ли там боевые вертолеты в момент удара. Или же это была промежуточная база с БК для перезарядки. На промежуточных базах пополняется боекомплект вертолета в течение дня, чтобы он не возвращался на основную. Также сегодня ВСУ раздали бесплатные билеты на концерт Кобзона в Олешковском районе. Там у оккупантов произошел незапланированный перекур. Скорее всего, накрыли их расположение. Очень надеюсь, что фейерверки на аэродромах противника продолжатся и дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.